мастер спорта по танцам на колясках Наталья Беспалова и ее партнер Михаил Савельев недавно выиграли серебро чемпионата Украины и остановились в шаге от пьедестала на мировом первенстве. На фестиваль творчества инвалидов спортсмены приехали из Киева, чтобы исполнить на одесской сцене вальс и танго. То, что я пришла, начала заниматься танцами, это был такой момент, который вытащил меня после депрессии, после травмы. А вообще каждый приходит по-разному. Кто-то что-то услышал, кто-то целенаправленно пришел в танцы. Это творчество, это полет, который отрывает, отвлекает от серых будней и заставляет постоянно думать, мечтать, фантазировать. Этот полет фантазии есть сутью фестиваля. Организаторы уверены, что выступления должны показать всем. Инвалидность может ограничить возможности, но не человека. Реализовать себя может каждый. Он посвящен творчеству людей с инвалидностью. Показать, что ничего нет невозможного. И что имени, что люди с инвалидностью тоже могут танцевать на таких сценах, в театрах. То есть, хоть они с инвалидностью, но они тоже и танцуют, и поют. И показать всем, что инвалидность – это не приговор. Понимаете, с инвалидностью тоже можно жить, если вот такая ситуация получилась в жизни. Просто надо ее принять. Принятие самого себя – тема переосмысления сказки об оловянном солдатике. В постановке реабилитационного центра «Дом с ангелом» солдатик без ноги принимает себя таким, какой он есть, и обретает счастье с балериной. У меня образ оловянного солдатика. Мы готовились всем театрам, приготовили много номеров. На фестивале представили свои номера участники из Киева, Ужгорода и Днепра. Из одесситов участвовали коллективы реабилитационного центра имени Бориса Литвака, дома ребенка, 91-го и 93-го интерната. Я на призраке скачу, чапли травы топочу, топотом воду почу, на чаташкой я лечу, топ-топ топочу, на чаташкой я лечу, топ-топ топочу, на чаташкой я лечу. Нас ассоциировали, мы там замерзли, а потом мы занимаемся на присутствие в классе, на рисуем, танцуем, поем песни. В следующем году организаторы планируют расширить масштабы фестиваля и привлечь участников из Молдовы и Беларуси. Дмитрий Богомолов, Владислав Нагай, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».